raise my head and I don't know what to do. When I look in the mirror, baby, what I see, I guess I keep looking at you. Cause I feel so lonely, I feel so lonely, I feel so lonely without you. Спасибо большое, друзья, что потянулись. Группа Bad Devils. Сегодня мы здесь представляем свой альбом Touchdown. Очень рады снова быть в Санкт-Петербурге. Сегодня заканчивается наш фееричный Touchdown-тур, который состоит из двух городов Москва и Санкт-Петербург. Следующая песня из свеженького называется Dig My Beat. А потом мы расскажем про альбом немножко. Sweet baby, drink it dry, yeah. Cause we all eat food. Come along, oh, baby, dig my beat. Well, you're so nervous, I guess I'll try. See, you're the one that gets the water really high. Come along, oh, baby, dig my beat. Well, stop, go, join me now. Listen to me, baby, when I hear you go. Stop, go, just for me. We got stone wasting, and then I get out. So it's going, get so high. You won't be less than you try. Come along. Спасибо! Спасибо! Dig it! Dig it, man! Отлично! Но, как, я думаю, многие по информации в интернете, которая была в достаточно большом количестве, знают, что альбом Touchdown
Это наши любимые кавер-версии, которые очень долгое время нас просили люди записать, чтобы не только на концертах под пиво угорать под них, но и дома под пиво тоже. На кухне. Да, на кухне. А также эти песни мы записали с участием наших любимых музыкантов. Это наши друзья. Там все написано. В диске там имеется целая иллюстрационная страница, кто на чем играл. В общем, там было 23 зафиксированных щей. Кто-то пел, кто-то там... Да, все они спалены на вкладыше, который можете посмотреть. У меня самая любимая песня, где я не пел и не играл на гитаре. Это самое... У нас тоже, кстати, действительно. Поэтому это называется группа, то есть совпадает. Окей. Еще один каверок, который называется Heaven's Gate is the place. I will wait. Спасибо! Спасибо! Конечно, мы сегодня будем играть не только кавера. Да, потому что эти на альбоме все послушайте. В принципе, они через какое-то время успеют еще надоесть. А можно чуть гитарку, монитор добавить? Вот мой личный монитор, чуть гитары. Спасибо! Следующая песня с нашего последнего авторского диска, которая называется No Place to Hide. Никуда не спрятаться, не скрыться с нового альбома Bad Devils, который стоит сегодня всего 100 рублей. Thank you.
take it once and I'm gonna be twice. And she whispered right on here. She told me about the things I wanna be and the things I wanna hear. We got a rocket all jumping and a bombing and a stopping and a body wanna wait my time. Woo! Maybe she's got everything in white. I got a whiskey beer. Alright, yeah! We can't imagine what. Tell me how this lie. Or maybe she is out. She's got all the time. Standing on the other side, see the backstage of my mind. I can't read the show tonight. She's the goddamn honey and I got no place to hide. Standing on the other side, see the backstage of my mind. Alright, yeah! She takes her bop and she takes her hop and she rests right from my ear. She told me about the things I wanna say and the box up all the cheers. You're ragging on jumping and bopping and slapping and I'm gonna wanna wait my time. Oh, maybe she's got everything you want. Take me down the line. Yeah! Can't imagine why. Tell me all these lies. Or maybe she's on. She's got all the time. Standing on the other side, see the backstage of my mind. I can't really see show tonight. See the goddamn honey, but got no place to hide. Standing on the other side, see the backstage of my mind. I can't really see show tonight. See the goddamn honey, but got no place to hide. No place to hide. Спасибо большое, друзья. Следующая песня немного романтичной направленности, но текст достаточно актуален для нашего с вами образа жизни. Песня посвящается прекрасным российским барышням, которые мало того, что, сами знаете, там на коня и в горящую избу, они могут прекрасно своего кавалера, который перебрал, на своем горбу донести домой, и он с утра даже не поймет, как он дома оказался. Песенка «Take me home tonight» именно про это. Романтика, друзья. Well, I'm just a simple guy, and I'm drinking with my friends when we start at night. It seems to me that never ends. I'm confident. Oh, I can move. Sitting home at night. Yeah, she's waiting for my call while driving up. Oh, won't you take me home tonight? Can you see that I'm not okay? I don't feel it right. Oh, won't you please be on my side? Can you see that I'm not okay? But I don't feel it right. Take me home tonight. Yeah. So she calls into the bar, and she's scaring me home. Yes, we're on the road. Well, that's the way she lost it so. Yeah, she moves me in a car. Oh, won't you take me home tonight? Can you see that I'm not okay? I don't feel it right. Oh, won't you please be on my side? Can you see that I'm not okay?
take me home tonight. Yeah. All right, baby, I'm so fucking drunk. Take me home tonight. Come on. Should have put this night to an end. I give up this parties. But my girl, she began. And she's died in my phone. Oh, won't you take me home tonight? Can you see that I'm not okay? But I'm not feeling right. Oh, won't you please be on my side? Can you see that I'm not okay? But I'm not feeling right. Yeah! Won't you take me home tonight? Can you see that I'm not okay, but I don't feel it right? Oh, I want you please be on my side. Can you see that I'm not okay, but I don't feel it right? Yeah. Let's see why. Спасибо, друзья. Следующая песня с того же самого альбома про поездки. Посвящается сегодняшней фееричной пешей прогулке по Санкт-Петербургу, за что спасибо большое Евгению Островскому. Более обзорные экскурсии абсолютно без затрат денежных сложно себе представить. Наконец-то мы увидели Санкт-Петербург глазами Евгения Островского. И трезвыми, главное, глазами. Первый раз вот за сколько мы приезжаем с утра. Очень красиво, это честно. Racing car. В отличие от Островского. I can see the road covered in the lights. I can touch you down, I can touch you there. See your city and I say it doesn't matter when I'm racing hard. I can see the storm when I feel that light. Yeah, my body double in the lonely night. I can see you down, touch you there. See the demon, see the atmosphere. It doesn't matter when I'm racing hard. I can see the road, I can reach the stars. Such the demons, even Mars. But I can't get through where I'm feeling. That's alright. I can change my life, I can turn the world. My own soul, you can know this all. When I'm racing hard, the letters fly. I'm on my way, the smartest of my. Right.
road, I can reach the star. Touch the finish, people on Mars. When I kill this well feeling, that's alright. I can change my life, I can turn the world on my own soul, it cannot be so. When I'm raising your heart, who the night is high. Oh, I will scum, I feel that's right. I can teach you all, I can see you there. City girl, city and my city. It doesn't matter when I'm raising heart. It doesn't matter when I'm raising heart. Спасибо! Дальше двигаемся с песней с нашего уже, можно сказать, предпоследнего альбома, который назывался Another Dream. И эта песня Eyes of Lies, небольшая веселая баллада про демонов и разных вампиров, которые приходят к людям в самые жесточайшие часы и минуты похмелья. Надеюсь, что завтра такого ни с кем не приключится. Прекрасно. Надежда умирает во сне. Но к нам они придут, да, на Ленинградском вокзале. Вот, надеюсь, что мы всех увезем их с собой. Ладно, на Ленинградском, они еще и домой припрутся потом к тебе. Конечно, еще до вечера будут тусить и смотреть сериалы по телевизору. Yeah. Eyes of fucking lies. Gonna tell a fairy tale about the girl who was so pale that she could take a ride on the moonlight. And she was down and she was back. She didn't like to chat and talk. And in the place where she lived was the graveyard. She's got no one to save. She's got fear in
Спасибо! В записи диска «Тачдаун» мы дождали этого момента концерта. Принимали также наши, естественно, питерские соратники участие. Лена из группы «Poachers». Ха-ха! Ты здесь! Ура! И поэтому наш персональный респект «Poachers», и мы сейчас сыграем песню для тебя, чтобы ты послушала, как это на самом деле отвратительно в нашем исполнении. Что ты исправила? И как ты спасла буквально запись. Ну, естественно, как говорится, it's fucking time to rock! Спасибо, друзья! Спасибо! Еще раз спасибо нашей прекрасной Елене за то, что исправила. Вот, правильно, правильно. Правильно. И мы тебя тоже. Да. А это кто? Это главный критик. А, да. Это экскурсовод. Обзор на экскурсии по Питеру. Ты вообще должен ходить с табличкой. Чего ты к нам пристал? Делай бизнес, смотри, сколько людей. Друзья, следующую песню мы хотим посвятить всем, у кого есть такие замечательные, не хочется сказать животные, а друзья, как собаки. Собаки — это самые... Да, животные на сцене, а собаки — это друзья. Собаки — это самые сайкобильные существа в мире.
И следующая наша песня поэтому называется Radioactive Duck, а сокращенно просто Radio Duck. And turn me on, you got back, back on the street. Not scared, can't lose your own. You got back, back, got the ball. At least got the rock, you gotta turn me on. Come on, let's rock. Second night, let us bar. She says we get off from the job. Tell me up to the show. Why don't care, it's been a slow. We go right on the street. My joke's ready, but you and me. Chase that top, one is born. Chase that beach and turn me on. Yeah, back, back on the street. No scared, can't lose your opportunity. And back, back, I got the bone. Oh, this guy rock, you gotta turn me on. And turn me on. I got back, back on the street. No scare, can't lose your honesty. Back, back, I got the ball. Oh, these guys are rocking, gotta turn me on. Yes, now that's why they call me Radio Duck. I can't explain what's going on. Radio Duck, watch as you rock. I got back, back on the street. No scare, can't lose your honesty. Back, back, I got the ball. Oh, these guys are rocking. Come on, let's rock! Rock! Thank you! Спасибо! Отлично! Следующая песенка, каверок, присутствует на свежем диске. Для нее спецом записались наши друзья Ливси из группы The Dilberries с соседней дружественной Украины и Андрей Бетулев из города Москва на слайд, на стил гитаре нам подыграл. Даже на лэп стил. Получилось неплохой вариант трэш-кантри, каждый, я думаю, послушает, составит свое мнение, и всех будем рады мнению, кроме Островского и Евгения, естественно. Да, мы же обещали тебе, что будет южатина. Да, вот... Евгений, специально для вас песня по бомжу. Yeah.
Спасибо, друзья! Окей. Да, сейчас... Я это не буду комментировать. Не надо, это критик, критика просто. Не-не-не, он смешные вещи говорит. Также правильные вещи. Также к вопросу, буквально закончив, еще даже не закончив сведение тачдауна, мы сели в студию благодаря вот... Вове Пшенину и также нашим товарищам из Киева, друзьям, и записали песенку на трибют группы The Mean Traders, которая выйдет совсем скоро. Вот, следите за новостями, есть да. Группка ВКонтакте. Работа идет. Подними стакан, вот, работа вот. Идет. Да, это будет на самом деле очень клево, это будет релиз исторический. Я думаю, что все группы, на которых так или иначе повлияло творчество Митрейда, все там приняли участие, и я думаю, что будет очень весело и да. Клево. А сейчас мы сыграем вам еще один каверок не менее легендарной группы под названием «Batmobile», на котором мы все выросли, и, наверное, многие из вас. Don't wanna be, yeah.
Спасибо! Спасибо большое, друзья. Следующая песня «We're Gonna Get It» с нашего альбома «Another Dream», который в пятницу, как правильно заметил Андрей Викторович, из последнего превратился в предпоследний. Сейчас все, друзья, это еще не конец концерта. Мы помним про многочисленные заявки. Да? Андрей Викторович, вы готовы? Oh, yeah. Песенка «We're Gonna Get It» посвящается всем вам. Еще раз огромное спасибо, что подтянулись поддержать. А главное, что она посвящается также замечательным барменам, замечательное место «Fish Fabric», который приютил сегодня трех негодяев с нашей безобразной музыкой. И купил у нас диск за 3 Jägermeister. Так еще выгодно еще никогда не продавали бы. All right! We gotta get it, man! Поддержку! Дальше мы продолжаем с песней из нашего уже, который раньше был предпоследним альбомом, а теперь он стал предпредпоследним. Прекрасно. Песенка «Red Sun» посвящается, как всегда, флагу Японии. Отлично. Поехали. Thank you.
find you, like they found your place. Turn away. Your way. Turn away, they can't hear. Turn away, we'll be right. I don't know what will be the price. When the rats are to rise, when the rats are to rise. Поддержите на барабанах бессменный участник коллектива, чемпион игры «Валка», шашки, каретного ряда, Федор Александрович Николаев, ваши бурные продолжительные. Are you ready? No, are you ready? All right. And it goes like that. Thank you.
Спасибо! Спасибо, друзья! Мы продолжаем дальше. По многочисленным заявкам... Да-да-да, конечно. Еще? Подождите минуточку, подождите. Ага. По многочисленным заявкам, сначала одним многочисленным заявкам, песня про то, как веселые английские моряки весело и быстро проводят время в портах. Закусывая портвейн акулами, да? И совершая разные непристойные движения в отношении противоположного пола. Поехали! She's a hooker! Она есть там! Сейчас немножко джаза. Спасибо огромное, друзья, спасибо за поддержку. Под конец концерта мы приготовили джазовый номер от лауреатов конкурса «Юные антидарования Москвы». Да. И хотели сейчас представить это вам. Эту песню, которую знают все, с нами на этой пластинке записали легендарный контрабасист и один из лучших контрабасистов в истории музыки Сайкобири Дмитрий Джесс Ильин и Леша Блохин на клавишах. Обязательно послушайте. We'll be right back.
But sometimes I feel I've got to get away, I've got to run away from the pain you draw to kind of be the love we share. Seems to go nowhere, and I've lost my life. For I toss and turn against sleep at night. Come on! Once I ran to you, but now I ran from you. You spend the love you give and give you all the boys you give. Take my sense. All right, get the fuck out! Что там играли 23 наших друга и подруги музыкантов на этом альбоме Touchdown. Естественно, непосредственное участие в нем принимали мы, а именно Федор Николаев, барабаны. Вот эта рожа сидит. Андрей Луговой, гитара, вокал. И Михаил Богданов, motherfucking crazy slapping bass. Come on. Мы буквально скоро вынесем
Новый альбом Touchdown. Да, если кто-то еще не успел купить, то ловите нас, мы буквально сразу же начнем допродавать его тем, кто не успел. Сегодня специальная цена для Санкт-Петербурга, всего 100 рублей. Именно во столько мы оцениваем игру Лугового на гитаре. То есть я наиграл на 100 рублей, а ты тогда на сколько? А я вообще ни на что не наиграл. У тебя все хорошо в жизни, все в порядке. Спасибо, окей, друзья, что всем потянули сегодня. Всем прекрасным барышням, да, огромный респект. Посвящается песня с нашего предпоследнего альбома «Ashina Nightmare Motherfucking». Oh, yeah! Express myself. All right, come on, everybody. Oh, she's a nightmare. Oh, she's a nightmare. Oh yeah, come on. I held my breath. I went to her to ask her name. My legs were shaking and my box was still the same. She took my hand. She gave me. Fingers past myself, I will fight it. All right, come on, everybody! Whoa, she's a nightmare. Whoa, she's a nightmare. Oh yeah, 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 come on! And then I gave up this routine, my heart is free. Cut-cutting eyes, always singing memory. Look at my fingers, bless my soul. I will all right, come on, everybody in the house. Whoa, she's a nightmare. Огромное спасибо, Санкт-Петербург! Ну а теперь давайте все вместе! Группа. Друзья. Что? Дамы и господа, мы приехали и рады, что у нашего друга Нильса произошло в жизни недавно событие, у него родилась дочка, и мы все дружно хлопаем его, поздравляем. Спасибо, что выбрался, несмотря на столь, так сказать,
сложный период, да. Мы сегодня видели Нильса с коляской, это охрененно смотрится вообще. Да, мы... Давай-ка, Глем, Сайка. Ну, можно чуть-чуть. Давай-ка. Окей. Ну что ж, напоследочек, песенка с нашего первого альбома. Посвящается всем вам, друзья. Спасибо огромное, группа Pit Devils. Было счастливо здесь быть с вами. Огромный респект, что потянулись и поддержали. Oh, she the one! Rocky! Oh, mama! Yeah, she is! When we're playing guitar, she's the wild rocking mama. Oh, she's the wild rocking mama. The wild rocking mama, girl. Yeah. She's the wild rocking mama. Always be dressing in red. All right, keep it going. Let's go. Yeah. Give me rock! Yeah! Well, she's a designer like a bassa. She hates puppies and don't fucking stop. Cause she's a wild rocking mama. She's a wild rocking mama. Oh, the wild rocking mama, girl, yeah. She's a wild rocking mama. Always be dressing in real. Well, I know a woman by the name that's Donna. She got a hundred man and they've heard it. Whoa! She's a wild rocking mama. She's a wild rocking mama. Oh, the wild rocking mama, girl, yeah. She's a wild rocking mama. All right, man, come on, do it! I go! I go! Yeah! Ha! All right, Graham! Hop, hop, hop! Hop, ha! Hop, hop, boy, yeah! She's a wild rocking mama. She's a wild rocking mama. She's a wild rocking mama. 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 She's a wild rocking mama. Always be dressed in red. Oh yeah, let's do it one more time. Yeah, she's a wild rocking mama. 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 Mama, 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 mama. She's a wild rocking mama. Always be dressed in red. All right, thank you very much. Всем пока! Санкт-Петербург, спасибо, обязательно увидимся еще. Группа Pit Devils, пока! Сейчас будут новые диски, эксклюзивный диджей-сет от нашего друга Жени Островского, also known as Yogurt. Сейчас он вам зарядит классного музла. А мы сейчас буквально через 2 минуты увидимся все в зале и выпьем пивка. Еще? Да. Спасибо. Отлично. Следующая песня проспонсирована... Экскурсионном бюро. Отлично, следующая песня. Все-таки мы целый день вспоминаем его, на самом деле, реально ему огромное спасибо. Женя и Оля, эта песенка для вас, прежде всего, ну и для всех людей, которые... Которые хотят МО. Хотят МО, да, спасибо огромное. Спасибо. Поехали.
Последок. Там могла быть запая, кто уже явился обладателем диска Touchdown, мог бы посмотреть, что там запалена еще одна бессмертная песня творения Дэла Шеннона, которая также известна, мне кажется, всем. И этой песенкой мы сегодня завершим наш сет. Еще раз огромное спасибо всем друзьям и всех. Адски рады видеть. Еще не со всеми выпили, но сейчас это будет исправлено. После концерта. Вика, с днем рождения! Go!
I walk, and I wonder what went wrong with that. All of that was so strong. And as I still walk on, I think of all things we've done together. Oh, what a hearts we are. All right, come on, everybody, do the sky right now. I'm walking in the rain. She's a funny girl, a little pain. She knew where here by me to end this misery. I wonder. Send this here. She ran away, I wonder where she will stay. My little rabbit, run, 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 run. Come on, one more time. Yeah. She ran away and I wonder where she will stay. My little runaway. Run, 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 run away. Run, 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 run away. Run, 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 run away. Oh, спасибо! Пока! Спасибо, друзья! Увидимся! Окей, друзья, но мы не можем вам отказать. Уже играли. Нет, это мы не можем. Мы никогда так не делаем. Да. Ну давай сочтемся на этом. Мы сыграем еще одну песню великой группы. Диджей, диджей. Да. Диджей. Это диджей все. Это диджей сейчас. Окей, ну давайте тогда закончим. Действительно, великой группы, которая стукнула в этом году, да, Лук, в этом году стукнуло 30 лет, да. Группа «Бэтмобиль» не впадло сыграть и две песни. Мы вот ему сегодня уже играли. Песня про землетрясение для вас всех, друзья. И потом мы пойдем в бар, потому что, блин, не могу выпить, хочется с вами всеми очень. Островский, запускай потом давайте свои напоследок пластинки. И строй небольшое землетрясение. Окей. Нам понадобятся ваши ноги, руки, вообще все части тела. Get in the beat, motherfucker! This is Earthquake! One, two, three, four! TNT, you are mad, and quake, 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 lost in that, and
to explode. Come on, that earthquake, quake, quake, come on, that earthquake, quake, quake, come on, that earthquake, quake, quake. With this kind of music, won't you explode? Now you know what to do when you want a quake. You ought to shake it on the planets and the sand, yes, all the shake. Well, not yourself, go, got a real good time. Come on, that earthquake, quake, quake, come on, that earthquake, quake, quake, come on, that earthquake. Спасибо большое, друзья, это была группа Pink Devils. Для вас, пока! Увидимся в баре. Если у кого нет еще дисков, подойдите к нам. Мы с удовольствием их продадим по минимальной цене. Спасибо, друзья, праздник удался. Увидимся, Санкт-Петербург. Пока!